Всем салам, друзья! Это прослушка. Сегодня мы с вами слушаем новый альбом «Райды». Я так понял, первая часть, судя по названию, «Love Story Act 1». Вот, что хотел я сказать в начале. Я ждал этот альбом. Мне было интересно, что он представит, но когда выходили синглы какие-то от артиста, ну вот последние, да, они меня особо не впечатлили. То есть, ну вот, и «Женщины», «Бэйби Мама», «Кошки-мышки», «Нас не найдут», они меня особо не цепанули, потому что, ну, формат не близок мне. Но я, как, ну, с одной стороны, понимаю, ну, это мое мнение просто, как мне кажется, скажу. Так как он малоизвестный артист у нас в России, и дабы привлечь внимание и интерес, они делали, ну, такое, более танцевальную музыку, как мне кажется. Но сам Райда на этих треках, как-то он как будто бы не вписывается, как будто бы не его стиль. То же самое я говорил про Кали, что лучше ему делать какой-нибудь трэп и так далее. Конечно же, меньше привлечет внимание, но все же. Все эти вот эти любовные песенки и так далее, от них как-то, ну, не слушаются. Не знаю, не могу я принять вот. И поэтому вот эти синглы, которые выходили, они у меня оттолкнули желание вообще слушать этот альбом. Но тут есть интересные фиты со Скриптонитом, со 104-м. Возможно, я не знаю, что там, но мне просто интересно это прослушать. Все остальные там «Нас не найдут», «Кошки-мышки», «Женщины» мы уже слушали. Ладно, давайте не будем тянуть, уже что-то и так заболтался. Короче, все, что я говорил, это мое мнение, вы можете быть не согласны с ним. Вот и все. Я надеюсь, что мне что-нибудь тут понравится. Посмотрим, удивит он нас или нет. Но, скорее всего, весь альбом будет в этой стилистике. Ладно, погнали, интро. Быстрый темп, быстрая читка. Не могу пока что-то выделить, что мне понравилось. Ну вот, момент хороший. Концовка классная. Так, моменты. Вот, хорошее начало. И об этом нам говорит гитарка. Вот, хорошая работа, по-моему. Не отталкивает, в общем, спокойно слушается. Все-таки не люблю, блин, я танцевальные темы. Что там выкрикивает Адель? Вот это нормальный трючок. И бит, и гитарочка. Очень хорошо. Окей. Так, гуапа. Сейчас будем опять танцевать. Давай поднимем руки, подруга. Мы возвращаемся в какие звучок такой у нас тут из нулевых, типа. Не знаю, ждем парт скриптонитом. Но звучок реально нулевые. Может, там пятый,
десятые какие-то года. И еще что-то, ну вот прям конкретно так напоминает. Такой запиченный Адиль. Максимально странно. Пока ничего не принимаю, вот только моменты был хорош. И вот тут сейчас, по-моему, что-то неплохое. Ну, пока норм. Ну, сэмпл какой-то, я так понял. Бит хорош. Сама тема. Ну, я понял, что за тема тут, конечно. Love Story же называется у нас все это дело. Будем касаться девушек, отношений каких-то и так далее и тому подобное. 104-й понравился тут. Особенно «Но не ты раком». Да, я в седле, но не ты раком. Забавно было слушать. Но... не знаю. Все очень... и тут же Адиль у нас, да, еще. Все очень простенько. Ничего нового не слышу. Нас не найдут. Это мы слушали. Да. Кошки-мышки. Кадывахи любят нас даже такими, дебоширы вопьями. Так, топчик. Вот же, ну вот оставь себе такое звучание и вот в этом узле и варись. Топчик. Я имею только топчик, топчик. Не просто телка из эскорта, а мы тупо круче топовчик. Самый топчик, мини-шорты, топы, суперботы, выше сорта. Остальные из понтов, точнее. Топчик, топчик. Вот это лайк однозначно. Классный бит. Гитарка. Вообще что-то напоминало, типа, знаете, Wonderfeel или такое что-то подобное. Тоже как бы не новое, но слушабельно. Кто там? Адиль, наверное, играет. Напевает. Классно, струнные появились. Забавно, что трек про то, как он умеет топчик. Такая красивая мелодия. Струнных и так далее. Лайк здесь лайк. Однозначно. Так, женщины, по-моему, мне тоже не вкатили. Ну, что-то как-то я этот, в итоге мимо прошел этого трека. Да. Тут только... тут только Тровер мне, по-моему, понравился. Так, ракеты. Не помню, слушал, может, или нет, может, нет. Знаете, что заметил? Какая-то... а, не. Хотел сказать то, что очередность. Сначала что-то танцевальное, потом вот что-то в этом... роде. Ну вот круто же, круто. Не знаю, мне кажется, норм. Если делать вот в таком стиле. Вообще этот бит, не, даже гитарка, наверное, напоминает трек Ирины Кайратовны. Нига-нига.
Фига себе припев. А, сейчас только припев будет, что ли? Такой длинный, ну, двойной припев. И все, по-моему, да, больше? Классная концовка. Класс. Топчик. Итак, что я могу сказать? Уже можно спокойно сказать. Я думаю, вы сами поняли. Треки, которые мне зашли, это «Моменты», «Снимай», ну, около. «Моменты», «Снимай», «Топчик» и «Ракеты». 4 трека из 9. Ну, в принципе, неплохо, я считаю. «Гуапа». Ну, «Гуап» еще, кстати, да, можно. Но он такой странненький, конечно, там. Не, хотя, можно пройти мимо спокойно. Я не знаю, пишите вы в комментариях, как вам вообще релиз, какие треки вам зашли, и что считаете насчет стиля. Типа, ему либо вот, ну, танцевальное делают, типа, интро, гуапа, нас не найдут кошки-мышки, женщины, либо делать все очень круто, по стилю, красиво, качественно, элегантно, восхитительно. Как в «Моментах», «Топчик» и «Ракеты». Вот. А, про «Ракет», кстати, не сказал. Кали я ждал куплет от него, но 2 долгих припева и долгая концовочка. Окей, окей. Ну, в принципе, неплохо было. Оба, ну, нормально вообще слушаются. И все, я думаю, больше ничего. Да и вообще в целом об альбоме, в общем и целом, я не знаю, что еще сказать. Короче, пишите по поводу стилей, по поводу треков, какие понравились, какие не понравились. Увидимся в комментариях. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.